Добрый день! Очередная задача о разрешенных траекториях для движения. Кому из водителей разрешено выполнить поворот налево на этом перекрестке? Водителю синего автомобиля, водителям красного, синего и желтого автомобилей всем запрещено или всем водителям разрешено? Для решения данной задачи давайте рассмотрим права и обязанности каждого из водителей. Водителю серого автомобиля запрещающим знаком установлен прямой запрет поворачивать налево. Значит, повернуть налево он не имеет права. Водитель красного автомобиля перед перекрестком встречает предписывающий знак, разрешающий ему движение прямо или направо. В данной ситуации поворачивать налево ему также запрещено. Водитель желтого автомобиля, подчиняясь требованию знака 4.1.1, должен проехать через этот перекресток в прямом направлении. Никаких поблажек и исключений для него нет. Поворачивать налево ему также запрещено. Водителю синего автомобиля, запрещающим знаком, установлен запрет на выполнение разворота на данном участке дороги. Знак, запрещающий разворот, поворот налево не запрещает. А значит, только водителю синего автомобиля разрешено выполнить поворот налево на этом перекрестке. Правильный вариант ответа номер один. Ну вот и все. Если разбор данной задачи был вам интересен, то ставьте лайк, подписывайтесь, делитесь с друзьями и комментируйте. А я на сегодня с вами прощаюсь. До новых встреч!